Ну-ка, поднимай голову. Испей, голубчик, испей. Вот так. Скажи, пожалуйста, давай. Не нравится, а? Ну ничего, брат, не попишешь. Остался без матки тебе. Жить должен. Должен жить, должен и пить. Вот так, расчухал наконец, да? Товарищи, все на седьмую. А что на седьмой? Волки! Скизил говорит, буклета гонит. Хайда, скорее! Ребята, по коням. А ты куда, Вася? Как куда? С вами. Оставайся здесь. Ты мне за него головой отвечаешь. Шутка сказать, от Бунчука ясный. Употребляется для обозначения прошедшего законченного действия. Законченного действия. Которое произошло раньше также уже прошедшего действия. Причем первое действие является причиной... Долго это будет продолжаться? 3 часа скоро. Я занимаюсь, дедушка. Ночью спят, а не занимаются. А что ж мне, по-вашему, кружинья сбросать, да? Это еще что за новые новости? Кружиньяс. Кружок иностранных языков. 2-й год хожу, а вам все новости. Не идет у меня этот немецкий язык. Девчонки говорят английский куда легче. Вот бы ты английский-то и выбирала. Вот видишь, как вы рассуждаете. А вот что Маяковский сказал, а? Что он сказал? Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы был протоптанней и легче? Ух уж этот ваш Маяковский. Ну да, конечно. Вы все современное не признаете. Вам только один плюсквамперфектум нравится. Чего-чего? Плюсквамперфектум давно прошедший. Вот даже Вася и то говорит, что вы консерватор. Консерватор? Да. А зачем же к этому консерватору по 20 раз в день бегает? И то ему расскажи, и этому покажи, а? Не знаю. Не знаешь? Нет. Пускай он теперь ко мне явится. Это что такое еще? Кто там? Это я, Вася. Кто? Вася, говорю тебе. А, сейчас. Что такое? Беда, Константин Сергеевич. Что случилось? Вы уж меня извините, что я вас так поздно разбудил. Здесь вот какое дело. Ну-ка. Угу. Это чей такой? От Бунчука Ясный. А? Ясный, только ожеребилась и подохла. Капитан Капитонович прискакал, она все теплая. Ай-яй-яй-яй-яй, вот несчастье какое, а. Надя! Надя! Ясный пала. Почему? Вот, по его милости. Ты какой смешной, а. Сиротка. Дедушка, а как же это так? Бунчук серый, и Ясная была серая, а он гнедой. Ну что ж ты, простых вещей не знаешь. Лошади серыми не рождаются. Почему? Ну, потому по науке даже нет такой масти серой. Есть раннее поседение шерсти. Вот я и тоже в молодости гнедой был. Константин Сергеевич, да? Посмотрите, пожалуйста, что у него вот здесь. А то все ускакали, а капитан Капитонович говорит, ты за него головой отвечаешь. А он корчится начал, дрожит весь. Надюш, принеси к слабительного. Да и ложку. Наливай, дедушка. Давай. Да. Вася, голову. Так. О, да ты у нас буян, а? Дедушка, а что с него так и назвать, буян? Ишь ты быстрая какая, вот так прям сразу и называй. Это тебе не ребенок, а жеребенок. Это ребенка действительно можно по-всякому назвать. Хочешь по святцам, хочешь как хочешь. А для лошади строго и закон установлен. Тут нужно такое имя подобрать, чтобы в первом слоге отцовская буква была, а в середине имени материнская. Здравствуйте, я и не знала. Да я потому и говорю буян. Отец Бунчук бу, а
мать ясная? Ян, буян, по всем правилам. Скажи, пожалуйста, верно? О-о-о-о-о. Ух ты, лежать, а вот наш буян. Ух, наш буян. Так, Вася, значит, ускакали, говоришь? И посоветоваться тебе, бедному, не с кем. Вот ты решил старику Воронову податься. Так я же консерватор. А куда же они ночью ускакали? На седьмую точку. На Кизилгоре волки на табун напали. Все поехали. И директор, и ветеринарные части, и канцелярия. А Константин Сергею Воронова, старшего тренера завода, даже в известность не поставили. Константин Сергеевич, вас не хотели ночью беспокоить. Почему? Ну, по причине возраста. Слышь, Надя, не хотели беспокоить, а? Надежда, дай перо и чернильницу. Из-за жалости держат. Стар я, видите ли. Паника не охватила. Ну как, Шувалов, не перехватили еще? Куда там? Мин пригрело, как пятнулись, так возьмой того, дождь за ним раскакал. Дядя Степан на перерез хотел было. Чуть не смяли. Погоди, погоди. Значит, они теперь по балке сюда скачут? Точно. Точно, точно. Так что ж вы смотрели? У черной скалы поворот крутой, когда задний поднапрут. Весь табун в пропасть ляжет. Прохор Ильич. Ну? А что, если мне с ребятами на каменный палец податься? Может, откричим? Правильно дело говоришь. Давай, скачи. Осторожней! Ну, а наша задача, товарищи, перехватить табун здесь, возглавить и повернуть его по гребню в золотую подкову и там его закрутить. Подождите, Ильич, вы зачем? Позвольте вам вручить, товарищ директор. Погоди. Вот они,
Константин Сергеевич. Вот так финиш. Давно так не финишировал, ребят. Спасибо, Константин Сергеевич. Спасибо вам, дорогой человек. Вы понимаете, товарищи, какой он для всего завода большое дело сделал? Да ну чего там, ничего такого особенного. Вы уж мою бумажку сверните, пожалуйста. Какую бумажку? Вот заявление мое. Погорячился я, Прохор Ильич. А я, признаться, Константин Сергеевич, в горячке-то и не прочел. Ну и ладно, не надо, не читайте, пожалуйста. Нет, Константин Сергеевич, в горячке-то самую правду человека говорит. Ну ладно, как знаете, только написано было в сердцах. Плюс к вам перфектум. Давно прошедшее употребляется для обозначения прошедшего законченного действия, которое произошло. Что это такое? Да это круженьяс. Чего? Чего? Ну, кружок иностранных языков. Это я не ту страничку вырвал. Дайте, пожалуйста. Давайте будем считать за давно прошедшее. Ну, ладно, давайте садитесь в машину. Давай. Устали, небось? Да. Вот ночь какая выпала, а? Тут волки, там ясная пара. Да, кстати, как же нам с ребенком быть? Надо для него мамку подыскать. Мамку, да ведь подпустить-то не к кому. Ясная первая на заводе жеребилась. Подохнет малыш. Ну вот вам еще забота. Да, проблема. Мамка, а, пристроился, а? Хорош. Да. Смотрит. Где? А вон рядом с дедушкой сидит. Это новый тренер, Вадим Николаевич Белецк. Он теперь вместо дедушки будет, а дедушка инспектором назначен. Мальчики, ну чуть вправо, а тут прицел. Иди под яблочко, мазила. Пожалуйста, пистолетик, новейшей конструкции. Давненько я не брал в руки оружие. А ведь неплохо стреляет, а? Конечно, неплохо. Можете? Давно не стрелял. Дайте мне, пожалуйста, попробовать, а? А ну попробуйте. Давай.
каждого все. Молодец. Хорошо. Плачу за двоих. Молодой человек, минуточку. А премия? Спасибо. Пожалуйста. Пойдемте. Настя, подержи, Коль. Надюшка, пойдем покружимся, а? Простите, молодой человек, но этот вальс Надежда Петровна обещала мне. Знаешь, что я скажу тебе, Вась? Что? Будь я на месте Нади, я бы ни за что не пошел танцевать с Белецким. А это почему же? Человек две недели как приехал, уже приглашает. Ну и что ж из этого? Да нет, вообще принципиально против танцев. А? Смотри, смотри, как они улыбаются. Нет, что ты не говори, а танцы это вредное занятие. А я очень люблю танцы. Особенно вальс. Вася, идем танцевать. Некогда, мне к лошадям надо. Коля, что это с ним, а? Не видишь, что ли? Человек принципиально против танцев. А ты? Ну, с тобой уж в виде исключения. Как дела? Сергей. Ничего, хорошо. Ну-ка, Вася, расседлай его. Пускай бы пасется. Старые косточки на солнышке погреть. Погодите, Константин Сергеевич, я его сейчас с сыном познакомлю. Но! Ага. Буян, Буян! Буян, Буян! А он и ухом не ведет. А вот я вам сейчас фокус покажу. Гляди, 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 а! Ага. А, куда, куда? Куда ты этот лезешь? Куда? Вот. Ну вот теперь да. Ну хорошо. Ну я пошел верхний водопой проверить. Ну чего стоишь? Едут себе люди, едут. Пошел отсюда. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Доброго здоровья, товарищ Белецкий. Здравствуйте, Прохор Ильич. Ну, как у вас дела? Да все в порядке. Так. Заезжай, молодняк. Отпускайте, старостин. Давай следующего! Выводи! Буян, от Бунчака и Ясный, 1937 года рождения. Павлик, давай. Есть. Хорош, хорош. Спокойно. Ничего, 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 ничего. Спокойно. Держи, держи, Павлик, держи. Держи. Ишь ты, как разбушевался, а. Садись. Ногу. Пускайте. Thank you.
Буян, 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 Буян. А ну давай сюда! Опа, 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 опа. Осторожнее, Вадим Николаевич. Ерунда. Вадим Николаевич. Зашиблись, поди. Ерунда. Ловите. Опа. Опа. О-о. Опа. О-о. Опа. 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 Отойдите. Это называется тренер, да? Мы его завернем. Не надо, а то вы его только так в горы загоните. Я его сам верну. Так ты ж пеший. Ничего. Ну, теперь в горы подался. Табун. Вертать надо. Шачи, а приманул. Ну, пойдем, пойдем. Вот лешай! А вот что, Вася. Вадим Николаевич считает, что твоего Буяна придется отправить обратно в табун. Как? Буяна обратно в табун? Да уж, поверьте моему опыту, товарищ Говорухин. Все равно, никакого толка из него не будет. А? Да вы-то откуда знаете, будет или не будет? Ах. Интуиция? Интуиция, голубчик. Вы меня, пожалуйста, научными терминами не запугивайте. Я, может быть, и не знаю, что такое интуиция, а вот что такое квалификация, отлично знаю. И заявляю вам совершенно официально, что настоящие высококвалифицированные жокеи так не поступают. Вася. Вон Ласка, 6 раз Жорку Гарбус сбрасывала. Так Константин Сергеевич Воронов ее сам заездил, лично. А сколько она потом призов привезла? На весь Советский Союз прославилась. А вам что? Вам всю лошадиную жизнь на самом корню загубить не жалко? Да и не только лошадиные. Товарищ Говорухин, как ты разговариваешь? Как можно на него сердиться, Прохорович? Наоборот, это очень трогательно, что Василий Терентьевич с такой горячностью защищает то, что он любит. Знаете, возьмите ваше английское седло. Пойдем, Буян. Давай, 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 давай. Что это вы тут делаете, дедушка? Из молодого человека хочу человека сделать. Давай, 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 давай. Стоп! Фу. Что это ты, Вася, с ума сошел? Ты знаешь, Надя, я за последние 10 дней на 6 кило похудел.
Весил 64, а вчера взвесился 58. Да, а настоящий жокейский вес 3 пуда 15 фунтов или 54 кило. И сброшу. И тогда мы ему докажем. Это же вредительство. Буяна обратно в табун. Вот погоди, мы его с Константином Сергеевичем лично заездим, первая лошадь на заводе будет. Ах, вот оно что! Что, ты Белецкого обидела? Чего вы все ко мне с вашим Белецким привязываете? Видеть его не могу. Палач какой-то. Ну уж это ты слишком. Ничего не слишком. Он очень плохой человек, Вася. Уж ты мне поверь. Вот ты помнишь, у Толстого есть рассказ «После бала». Ну? Вот сначала там отец за дочкой Вася называл ли мазурку, я уже не помню. Вежливый такой, всех очаровал. А на утро на плацу солдат шпицрутанами. Так вот ваш Вадим Николаевич точно такой же. Ну а как же ты? А вот так же. Потому вы все грубые, а он вежливый. Значит, я тоже невежливый, да? Да был бы вежливый, так давно бы меня корзинку взял. Ну вот видишь, ты мешаешь. Ой! Да ладно, Вася. Не подбирай, теперь уже все равно не нужен. То есть как это не нужно? Да ведь это я тебе везла. По всякой девятке. Ах, он худеет, ах, он ничего не ест, ах, ты должна его уговорить. А ты, оказывается, не от этого худеешь. От чего от этого? Да ты чего покраснела, а? Ничего я не покраснела. Придумывай. Дурак он твой, Коля Девяткин. Вот уж нет. Вот именно дурак. А ты знаешь, что он мне сказал? Что? Что ты потому худеешь, что влюблен. И верно, дурак. В кого бы это, а? Представь себе, не знаю. А я знаю. Внимание, внимание! Сейчас состоятся пробные скачки для лошадей 2 лет. В скачках принимают участие следующие лошади. Семафор от Самохода и Фортуны. Жокей Белецкий. Белка от Бергамота и Ласки. Ездок Усов. Булька от Пулемета и Капризной. Ездок Евграфов. Все лошади родились и воспитывались на нашем заводе. Вась, посадочка-то у тебя как у знаменитого жокея Болотова. Константин Сергеевич показал. А камзол где взял? Надя шила. Вася! 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 Дедушка сказал, чтоб ты ловил их с места. А потом резался голова в голову с Белецким. Он говорит, на своем рыжем сразу сдохнет. Равняйся, равняйся! Приготовились! Пошел! Давай! Константин Сергеевич, только что знаете, что это за вас? Нет, не знаю. Что делает, а? Нет, вы посмотрите! Посмотрите! Что это за лошадь, дядя? Просто ума не приложу. Буян. Погоди. От Гунчука и Ясен, которого Белецкий забраковал. А сидит? Васька Говорухин. Thank you.
И откуда он вдруг жокеем заделался? Да вы кто-то помогал. Белецкая. Ох, и вредный вы старик, Константин Сергеевич. Вредные старики, они и есть самые полезные. Да, да, да. Да. Ну, пошли, пошли. Надюша! Васе Говорухину. Это он тебя, Горбоносова, из огня вытащил. А что тут удивительного? Константин Сергеевич. Здравствуйте. 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 Но не скажите, 18 лошадей из огня вывести, это настоящее геройство. Ну, никакого тебе особенного геройства не вижу, капитан Капитонович. Говорухин свое дело делал. Война, милая, война. Да. Да. Как вы полагаете, Константин Сергеевич, скоро она кончится? Война-то? Как вам сказать? По моим предположениям, скоро. С большим азартом он старт принял. Ага. На финише сдохнет. Дай бог. А где у вас тут Бунчук стоит, а?
Так вот вы, значит, зачем к нам в лазарет пожаловали? Старого приятеля навестить. Да. Ну что ж, Константин Сергеевич, пожалуйста, идем, я вам покажу. Пойдем. Ну вот, полюбуйтесь. Гунчук. Ну-ка. Ну-ка. А все-таки любит он вас, Константин Сергеевич? В стариках старику тянет, капитан Капитонович. Ну-ну, не буду вам мешать. Давайте выводите дружка. Как у тебя дела, тут, милый мой? Ну-ка. Как ножка-то? О, ничего. Ничего, молодец. Все, хоть. А, пожалуйста, пожалуйста. Воронов, у вас? Да, здесь. Капитан Капитанович, прошу вас. Сию минуту. Константин Сергеевич. Здравствуйте. Вот что. Необходимо, чтобы всех лошадей, находящихся в лазарете, сегодня же пристрелили. Как же так, Прохор Ильич? Зачем же, пристреливать? Тем более, что лошади пошли на поправку. Вот. Товарищ привез приказ о немедленной эвакуации завода. Маршрут дан тяжелый. Пойдем через горы. Так что раненых лошадей мы с собой брать не можем. Все равно не дойдут. А оставлять их тут, в подарок врагу, не имеем права. И Бунчука, значит, тоже? Да, и Бунчука. Как у вас с табунами? С табунами в порядке. Пройдемте ко мне. Ну? Пойдете к председателю райисполкома, и все будет сделано. Хорошо. А если что непонятно, позвоните мне по телефону. Спасибо. Голубушка, мне бы к товарищу Кожину. Он занят. Милая, 15 верст скакал. Верите ли, дело от одной минуты зависит. Сергеич, голубчик, если вас товарищ Кожин будет спрашивать обо мне, то уж вы, как говорится, а? Не до вас мне, Вадим Николаевич, не до вас. Константин Сергеевич, вот, кстати. Здравствуйте, товарищ Кожин. Садитесь. Спасибо. Очень рад вас видеть. Константин Сергеевич, прежде всего один вопрос. С ответом не торопитесь, подумайте сначала. Константин Сергеевич, я знаю вас давно, уважаю вас, ценю ваше мнение. Скажите, что за человек Белецкий? Как вам сказать, товарищ Кожин? Белецкий? Белецкий, по-нашему, по-жакейски говоря, просто фукс. Фукс? Ну да, фукс. Это что это такое? Ну, слышали, наверное, выражение такое есть. На фукс поставили. Не приходилось. Ну, иначе говоря, просто темная лошадка. А. По совести говоря, он и мне не очень понравился. Ну, вот, видите. Ну, а вы с чем ко мне пожаловали? В извозчики пришел наниматься. В извозчики? Я, товарищ Кожин, пришел к вам с огромной просьбой. С какой? Позвольте мне с Бунчуком в городе при немцах остаться. Что такое? Да ведь пристрелить лошадь — это самое простое дело. А вот вы сами рассудите, товарищ Кожин. 20 лет лошади. Ведь ни один немец на такого рысака не позарится. При том же извозчик старичок, да еще с репутацией.
Вон попробуйте кого-нибудь из молодых на нашем заводе спросите, кто такой Константин Сергей Воронов. Вам всякий скажет. Старого направления человек. Да еще того хуже. Консерватор. Так что-то выходит, что вроде никаких подозрений. Да так-то оно так. Да нет, ну что говорить, конечно, вы нам очень можете помочь. Ну а если все-таки на вас донесут, или, скажем, с вашей стороны будет какая-нибудь оплошность, а? Вы знаете, чем это пахнет? Ну, как же не знать-то? Это же известное дело. Риск. Так вот и посудите сами, могу ли я вам позволить так рисковать из-за какой-то лошади? Как из-за лошади? Как это так из-за лошади? Что же, я ребенок? Или уж совсем из ума выжил? Не стал бы я, товарищ Кожин, в такое время вас из-за лошади беспокоить. Бунчук мне только мысль подал. Не думал я, что вы меня так поймете. Согласен, оставайтесь. Директиву получите позднее. Договорились? Договорились. Воздух! Ближе прижимайтесь к скалам! Наш! Какой же это наш, не видите, что ли? Да, действительно, не наш. Осторожней, осторожней! Прижимайтесь к скалам! Как дела, товарищи? Потери в табунах есть? Никак нет! Как Буян? Ведут, все хорошо. Элитный состав? В порядке. Вот что, Марченко, скачи до головного табуна и передай, что ночевка будет у Голубого озера. Есть! Все-таки прав был Печорин, что он так презирал женщин. С чего это ты вдруг, а? Это я про Надю. Ну, Константин Сергеевич, это понятно. Все его сознание сформировалось еще в прежнее время. А вот что Надя осталась? Не зря она немецкий язык изучала. Конечно, не зря. Эх ты, Печорин. Неужели ты не понимаешь, для чего она осталась, а? Неужели? Нет, правда? Она тебе сказала, да? Ничего она мне не говорила. А откуда ж ты знаешь? И ничего я не знаю. Я Надю знаю. А что ж ты мне... Thank you.
Толя. Болся, гад! А ну, вставай! Собирались подать сигнал. Да вы что, Прохорович, а? Вы что, серьезно, что ли, а? Какой сигнал? Да что он, Прохорович, сам-то день? Он уже и спичку зажигал, три кучи хвороста сложил и поджигает. Погоди, погоди, Вась. Ну так вот, я последний раз спрашиваю. Кому вы собирались подать сигнал? Неужели этот мальчишка заслуживает больше доверия? Заслуживает. Значит, по первому же доносу, ничем не подтвержденному, вы готовы обвинить человека черт знает в чем? Не выйдет? Ну, имейте в виду, я буду жаловаться. Жаловаться Белецкой вам не придется. Увидите его. Иди. Постойте. Хорошо, я все скажу. Только велите им, чтобы они меня отпустили. Я не привык так разговаривать. Разрешите. Давай. Личные счеты. Тут замешана женщина. Мне не хотелось об этом раньше говорить, но вы поймете. Быстрее! Шипем его! Не убивайте! Не убивайте! Все скажу. Могу быть полезным вашему команде. Могу дать ценные сведения. Говори, кому подавал сигналы? Самолетом. Три костра выложены треугольником. Сигнал для парашютного десанта. Все сказал. Все. Ну как, ребят, готово? Готово! Поплыли! Красная иллюминация, а? Молодцы, ребята, отлично. Сначала они не загорались, потом на керосинчику как подбросили. Вон как заполыхали, а? Ох, и жалко, если мы опоздали. А могли опоздать, а мог и Белецкой набрать три короба. Ничего, ничего, ребят, посмотрим. Дядя Степан, скажите, пожалуйста, который по-вашему теперь час? А, дядя Степан? Черт тебе, дядя, а не Степан. Летят. Где ты сядешь? Рассыпаться по берегу. Из воды никого не выпускать. Стрелять наверняка. Минуты. Ich bin Kavallerist.
Das ist eine Schweinerei. Kavalleristen abspringen zu lassen. Ja. Es scheint, wir müssen zurück. Scheiderhaufen! Der zweite! Der dritte! Achtung! Aufreiten! Aufspringen! Тихо! Не боись, не боись! Lehrer von der Sondergruppe. Wir sind unter den Partisanen. Sie sollen mich rasch von den Stricken befreien. Wir müssen fort. Schneller. Ja. Schneller! Ja, alles wird im besten Leben. Schneller. Oh, wie mit dem Messer. So. Schneller. So. So. Ты чего здесь, дядя Степан? А чего? На подмогу. А Белецкий с кем? У-у-у. Я его, милок, так упаковал, что он у меня лишний разок дыхнуть не смоет, и только мы еще шо. Эх ты, разве можно так? Не сомневайся, у меня не уберет. Я
Филиппыч, Филиппыч, смотри. Резида есть? Резиды нет. Есть ливкои? Три десятка. Хорошо. Извозчик! Ради, барышня! К парку! Наши войска взяли Подгорную и еще несколько населенных пунктов. Захвачено в плен 3000 немцев. С большой земли на самолете прислали рацию и забрали всех раненых. Ну а что у вас слышно, дедушка? У нас, Надюша, да как тебе сказать, и хорошо, и плохо. Немцы госпиталь эвакуируют, увозят награбленное. По всему видно, что на себя не надеются, вот и зверствуют напоследок. Ну, ничего, и мы свое дело делаем. Но, милая! Товарищ Кожин тобой очень доволен и ведет тебя расцеловать. Спасибо. Но как ты, Надюша, партизанишь? Да ничего я, дедушка, не партизаню. Целыми днями над бумажками сижу, как в канцелярии. Наши ребята почту немецкую захватили, а я ее перевожу. Мне товарищ Кожин ни одного опасного поручения не дает. Вы кто есть? Ich bin Dolmetscher von der deutschen Kommandantur. Schönes Pferd, schönes Pferd. Oder? Bitte. Dankeschön. Bitte. Fort! Дедушка, возьмите листовки. На, Бунчук, поехали! Ах, зверь! Ах, ирод проклятый! Кого это ты, мать? Да кого ж, как не его изверга каянного? Не иначе, как воропаниху ждет. Где, где? Да вон дымок-то! Ну что вы, Антонина Гавриловна, может, это и вовсе не пожар? Нет, сынок, я уж навострился теперь пожар-то различать. А вот мы сейчас проверим, пожар это или не пожар. Куда ты? Что ты, Васенька, что ты? Два месяца пластом пролежал, еле выходили, а он на крышу лезет. Эх, ваша правда, бабушка, пожар. Обставим. Кто здесь хозяин? Кто хозяин? У нас нет хозяев. Колхоз хозяин. Колхоз? Я хозяин. Самолдорд! Я вы? Лев. Марш! Кормить моих солдат. Да где ж накормить такую ораву? Ты хозяин, ты и корми. Швайн! О, мед! Стоп! Шайн, да слепенный фрайн, лайк вейт,
der Wind überall, leise klingt Lied von Hawaii und singt ihr Lied. Merkt auf ein wenig, oh meine Herr, ich will euch was erklären. Ein wenig was von der Schwätzerei, was ich erzählt hab hören. Dummkopf! Oh! Fabelhaft! Fabelhaft! Oh, oh! Schulz! Ich nehme dies Pferd. Wenn ich auf seinem Fell ein Flecken finde, so werde ich dir das Fell gerben, verstanden? Jawohl, Herr Liedmeister. Ab! Und wachs nicht darauf zu reiten! Marsch! Вась! Хамас! Ты жив? Жив. Немцы где? На озеро поехали. Лошадей купать. Буяна взяли? Взяли. Фаберхаф! Thank you.
Осторожней, дочка, им так придушите. Ладно, ладно. Очень много тела выкрутить, только дело портит. Иди, лошади давай. Есть, давай. Попался, Фриц, на. На тебе закуска. Ну, вот так тебе, господин немец, как раз красиво будет. Понимаешь? Назад давай. Я тебе большой подарок везу. Немецкий офицер поймал. Командир спрашивать будет. Тебя переводить надо будет. Не могу, Хаким. Мне товарищ Кожин в город посылает. Срочное задание. Вот вернусь, тогда твоего господина офицера и допросим. Зачем моего? Мне такой барахло не надо. Пускай лучше твой будет. Ну, поехали. Прощай, Надюша! До свидания, Хаким! Вот, как приеду, то командир пойду. Скажу, немца привез. А командир скажет, спасибо, Хаким. А Хаким отвечает, сухой спасибо в душу не идет. А командир смеяться будет, нам по 200 грамм даст. Так он и даст тебе 200 грамм. Держи карман шире. Да? Да. А ты сказал? Конечно, я. А кто же еще? А зачем по-русски сказал? Да русский же я. Василий Терентьевич, Говорухин моя фамилия. Хаким. А ведь верно русская, а? Да развяжи ты меня, паренек. Погоди, погоди, зачем развязать? Эй, я тебе в рот большой платок пикал. Куда девал ты мой платок? Выплюнул по дороге. Да развяжи ты меня, наконец, ну не видишь, что ли, что русский я? Слышь, по-русски разговариваю. Видишь, умный какой. Другой немец такой, сволочь есть, что лучше тебя по-русски говорить. Да, твоя правда. Ладно, не развязывай визита. Зачем так? Я тебя, ну ладно, закрою. Закрывай, довези скорей. Товарищ командир, разрешите? А в чем дело там? Немецкого фрица поймал. Живой офицер. Показать? Давай, давай. Сережа, иди. Показывай. Сейчас, сейчас, товарищ командир, сейчас. Товарищ Кожин. Говорухин? Да. Развяжите. Это что за вид? Сейчас я вам все объясню. Садись. Товарищ Кожин приказал передать. В город прибыл Фукс. Офицер германской разведки. Он долго жил в наших краях, хорошо говорит по-русски и, наверное, знает многих из местных жителей. Мы перехватили переписку между гестапо и военным командованием. Я сама переводила. Предупредите всех подпольщиков, будьте осторожны. И вы в особенности, дедушка миленький, пожалуйста. Это тебе тоже товарищ Кожин просил передать. Да полно вам, дедушка, шутить. Ну вы же знаете, как я за вас всегда беспокоюсь. А ты думаешь, дурочка, я за тебя не беспокоюсь? Ну, хорошо, хорошо. Вот вы сейчас и вовсе ко мне пересядете. Извозчик, приехали. У вас резида есть? Нет, есть тюльпаны. 50 штук. Значит. Что вы хотите?
Ибе и Блюмен. Эти. Найн. Ландыш. Найн. Сирин. Найн, найн. Их вель тюрьма. Все работы их нет, а синен суку. Херсин, Херсин. Здравствуйте, Надежда Петровна. Владимир Николаевич, почему вы здесь? Почему на вас эта форма? Вот у меня тоже есть к вам несколько «почему». Но только вам придется ответить на них не здесь, а в другом месте. Вас и слюз. Немен дезитет. Дистардет. Zu Befehl, Herr Obersturmführer Fuchs. Fuchs? Hauptsache Genrich Fuchs, Offizier немецкой разведки. Допрашивать вас я буду сам. Апфель. Опять некрасиво вздыхаешься, Вася. Нехорошо. Ты солдат? Солдат. И я солдат. И Надюша тоже солдат. Ты подумай, какое у Надюши было имя? Надежда. Ты Надюшу потерял? А зачем Надежду терять? Кум потерял жалко, другу потерял трудно. А сам себя потеряешь? Стыдно, браток, стыдно. Да я и сам знаю, что стыдно, Хаким. Сердце болит. А сердце в руку держать надо. Разбитые части армии генерала фон Штюрмера отступают по Воксанскому ущелью. Другие части той же армии срочно эвакуируются по железной дороге. Завтра вечером специальным составом отходят, а лучше сказать, бегут командование армии и вся головка гестаповских мерзавцев. Так вот, наша задача – взорвать этот поезд, прекратить отступление германских войск по железной дороге и заставить их отступать по Воксанскому ущелью, где их и добьют наши конники. Для этого я решил взорвать четвертый тоннель. Вам необходимо передать, поезд с немецким командованием будет взорван. Понятно? Понятно. Эй, Бунчук, понятно? Эй!
синь дух! Ох, ведь нивы! В мене нивы! Мадам! Мадам! Я вам из Бюдигерма офицера! Идет! Саркенс до михни! Einsteigen! Los! Nicht stehen bleiben! Трапаю, скатертью дорожка. Ах, хитерзей. Sagen Sie bitte, oder Leutnant, sind wir unterwegs vor irgendeiner Überraschung gesichert? Что это он ему говорит, а? Партизан остерегается. Спрашивает, хорошо ли охраняется дорога. О, Sie brauchen keine Sorge zu haben, Herr General. Über 100 russische Mädchen fahren mit uns. Белобрысый-то что лопочет? Говорит, что к поезду нарочно вагон с русскими девушками прицепили. Самая, говорит, надежная охрана. Schauen Sie mal hin. Nicht stehen bleiben! Он что задумали? Подлецы. Kaum werden die Partisanen ihre Schwester und Tochter in die Luft sprengen wollen. Партизаны, говорит, своих не подорвут. Здорово, друг! Ну как дела-то? Послушай, вся гестапо удирает. Целый состав подали. И знаешь, что придумали, сволочи? Ну-ка. Сзади к составу прицепляют три товарных вагона и наших девушек грузят. Наших? Ну да. У них ведь у дьяволов какой расчет-то? А ну будь давай! Согласно вашему приказанию, заминирован. Подрывник, впрочем, дожидается прохода поезда. Почему запоздали? Переправы трудны. Дожди прошли, товарищ командир. Товарищ Кожин. Товарищ Кожин. Что с вами? Константин. Наших девушек. В товарных вагонах прицепили к поезду и увезли. Отмените приказ, товарищ Кожин. Отмените приказ. Поздно. Поздно. Поезд подойдет к тоннелю раньше, чем мы успеем предупредить подрывников. Товарищ командир, разрешите я попробую? На буяне. Пробуй. Пробуй. Thank you.
Надо готовиться. Слышь, Буян, а? Не успели мы с тобой предупредить. А ну, рискни! Стоите, не бойтесь. Это будет раскали. Здравствуйте, генерал. Ну как сегодня? Опять все призы заберете? Не говори, оп, пока не перепрыгнул. Да, темнеет и темнеет. Либо у них. Ну-ну, знаем его. Пойдем, Вась, пойдем.
расстегайте, на машине опасно. Скорее. Внимание, внимание! Объявляется скачка на приз во знаменовании Дня Победы! Дистанция 2400 метров! Равняйся, равняйся! Равняйся! Внимание! Пошу! Ну что он делает? Призывал! Ничего, ничего, еще посмотрим. Благодарю за большую и ответственную работу. Прошу.